Проверка связи. Как слышно нас? Проверка табельного оружия, связи с дежурным, осмотр транспортного средства. Сотрудник Росгвардии Алексей Суворов заступает на сутки в полной готовности. Выставляется план задач на данные сутки, после чего мы получаем оружие. У нас проходят боевые приемы борьбы. Мы изучаем инструктаж водительский. Нам задают задачи, на которые мы, соответственно, должны ответить. Перед выездом на задание подробный инструктаж по обстановке в округе. Следить за спокойствием и порядком в родных местах не просто работа, признается Алексей. Родился и вырос в Кубинке. Здесь живет его семья, двое детей, и совсем скоро появится третий малыш. Это гордость, когда люди, окружающие нас, говорят спасибо, и действительно приятно, когда ты этим людям помогаешь. Помогаешь либо в охране общественного порядка и общественной безопасности, либо в охране ихнего имущества. Пришел в органы после службы в армии. Там впервые столкнулся с охраной важных государственных объектов. Несколько лет работал в патрульно-постовой службе, но хотелось больше времени проводить с семьей. Сейчас удается и общаться с детьми, и заниматься спортом, и про свой любимый футбол не забывать. Есть своя команда, где я являюсь капитаном. Команда называется «Warriors». Мы выступаем в городе Краснознаменске в ихнем чемпионате. Спорт помогает в службе, ведь на такой работе ты ни от чего не застрахован, говорит Алексей. В экстренных ситуациях они случаются нередко. Важно быть максимально собранным, мгновенно принимать решения и чувствовать напарника. Все в жизни может быть, но главное, чтобы мы были готовы, относились к службе с пониманием и на каждую тревогу выезжали подготовленные и готовились к худшему. Когда ты готов к худшему, соответственно, все будет сделано в лучшую сторону. Полина Бахова, Николай Бирюков, телекомпания «Одинцова».